люди на выстрел. На Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России. События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Я хочу в этой связи задаться вопросом, но разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? И общественной безопасности граждан, ситуацию на Ближнем Востоке, другие регионы. Им не нужен прочный мир на Святой Земле. Им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке. Поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа. На том, чтобы остановить кровопролитие и готовы внести реальный вклад в урегулирование кризиса, а не паразитировать на ситуации на Ближнем Востоке. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно.